озвучено при поддержке Line of Voice Studio. Советский Союз, 1985 год. Дорогой Джон. Хотя, может, Патрик? Патрик был уже много раз. Может, Сергей? Нет, назову-ка я его Мэрил. Дорогой Мэрил. Прими мои искренние соболезнования в связи с кончиной твоего дяди Пита. Я надеюсь, что с Гортензией все в порядке. Поцелуй от меня дочку. Береги себя и дай вам Бог здоровья. Твой друг Евгений. Так, Новая Зеландия. Какой город? Хайд-Бердвиль. Хайд-Бердвиль. Звучит как настоящий. Хорошо. Улица Райт-Бич. Дом номер 3. Нет. Лучше 7. Имя. Мэрил Брюс Уэзли. Покорми меня. Ты сводишь меня с ума. Сплю я, и посередине ночи у меня будет твой свитер. И говорит: женщина, умоляю, постирайте меня. Это мой любимый свитер. Спишь в нем, ешь в нем. Я знаю, я сегодня спать в нем буду. Ты в самом деле думаешь, что тебе ночью что-то светит в этом свитере? Эй, стой, подождите. Беги, не беги, не беги. Ну вот, побежал. А главное, забыл. Скорей, поторопись. Каждый раз одно и то же. Когда мне было 6 лет, у меня был воображаемый друг. Я послал ему письмо на выдуманный адрес. Конверт вернулся, и на нем были марки, каких я никогда не видел. Этот конверт летел в самолете в другую страну, в которой я никогда не бывал. И с тех пор я коллекционирую конверты. Я все выдумываю. Город, улицу, имена людей. Только страна настоящая. Я отправляю конверт, и через 4 недели он возвращается. Но теперь он уже украшен разнообразными печатями, которые все означают одно. Адресат неверен. Осталась только Новая Зеландия. И на этом все. Прошла неделя. Прошли 2 недели. Спустя 3 недели.
Я знаю. Пойдем спать. Два месяца — это фигня. Я вот почти 2 года жду, пока меня в должности повысят. Так умру долбым стажером. Конверты для меня больше, чем работа. Да? А когда жена скажет «хочу новый дом», тогда что? Будешь жить в своем раздолбанном? Моя жена так не скажет. Слезай-ка с моей машины. Это не мое письмо. Я знаю, это ответ. Мэрил Брюс Уэзли, улица Райт Бич, дом номер 7, Хайдбердвиль. Это что, шутка? Дорогой Евгений, спасибо за соболезнования в это нелегкое для нас время. Мы все потрясены кончиной нашего любимого дяди Пита. Прости, что так долго не отвечал на твое письмо. Мы с Гортензией часто вспоминаем те 3 дня, что ты провел с нами. Ты что, был в Новой Зеландии? Да, конечно, я там вырос. Восемьдесят четвертый год. Ты же был в Одессе и лежал в больнице. А кто тогда на фотографии? Я. А кто же лежал в больнице? Тоже я. Сразу в 2 местах? Когда я говорю такую фигню своей жене, обычно это не срабатывает. Дорогой Мэрил, произошло недоразумение. Я никогда не был в Новой Зеландии. У тебя все хорошо? Ты посмотри. Новая Зеландия в 160 раз меньше, чем Советский Союз. И они заставляют меня ждать. Ты глянь, это же настоящая жопа мира. Так кому ты все время письма строчишь? Никому, я имена выдумываю. Да ну. Это мое хобби. Получше ничего придумать не мог. У меня тоже есть хобби. Сажать шпионов в тюрьму. Я не шпион. Я пишу письма. А я генерал, а не лейтенант. Тут точно есть какой-то шифр. Здесь нет никакого шифра. Просто конверт. Говоришь, что выдумываешь имена? Но ведь кто-то тебе ответил. Нет, это просто какое-то невероятное недоразумение. Я вообще не знаю. Эта фотография означает, что ты врешь. И ты выезжал за границу. Да, сделанная 9 ноября 1984 года. Я в этот день лежал в больнице, в Одессе. Неужели? Да, пожалуйста, выслушайте меня. Я был в гостях на дне рождения друга. И после поплавал в Черном море. Подхватил такое воспаление легких, что 3 дня пролежал в коме в одесской больнице. Знаешь, сколько раз я слышал эту историю про кому?
Все вы в коме, когда вам это нужно. Отличное алиби. Ничего не помню. Иди и собирай вещи. Немного. Куда вы меня везете? В Москву. На самолете? Да. Я не курю. Я тоже. Но знаешь, когда я думаю о самолетах, то хочу закурить. Потому что он разобьется? Потому что я вспоминаю свой первый полет. Жахнул стюардессу. Прямо в туалете. Да так, что все пассажиры подумали, что это была турбулентность. Я не люблю самолеты. Дорогой Евгений, возможно, ты перепутал Черное море с озером Хуруку, куда мы ездили с тобой. Я говорил тебе, что купаться слишком холодно, а ты ответил, еще не хватало, чтобы новозеландец объяснял русскому, что такое холод. Надеюсь, теперь ты вспомнишь, потому что я все еще считаю тебя своим другом. Ты сказал, чтобы я не волновался, потому что тебе не суждено утонуть, а суждено разбиться на самолете. С повышением по службе. Не волнуйся. Если все так, как ты говорил, то ты вернешься домой через 2 дня и будешь дальше лизать свои конверты. Знаете, вы были правы. Там есть шифр. Так и знал. И какой? Нужно просто отойти подальше, и тогда все станет видно. Что станет видно? Мою жизнь. Эта история посвящается русскому писателю и публицисту
погибшему в авиакатастрофе.